Приветствую вас, мои дорогие зрители! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Лилия Донскова, и в этом видео мы с вами будем говорить о каталоге Выгода Плюс, который начинает всегда свое действие в конце первой недели каталога, в ночь с субботы на воскресенье, когда пробьют куранты 12 по Москве. У вас на втором шаге, когда вы в личном кабинете размещаете заказ, в разделе предложения появляется именно этот каталог. Кто может им воспользоваться? Все, абсолютно все, кто делает заказы от 100 баллов в предыдущих каталогах. То есть, например, в 9-м каталоге вы разместили заказ на 100 баллов и больше, у вас появится возможность заказывать из каталога Выгода Плюс в 10-м каталоге. Вот. Итак, я вам сейчас расскажу, что интересного в этом каталоге, что я планирую заказать для себя, и некоторые продукты мы с вами подегустируем, и я вам покажу, какое качество, как это все выглядит вживую. Итак, каталог Выгода Плюс начнет свое действие с 19 июля и закончится 1 августа 2020 года. Первый продукт у нас — это аромат, парфюмерная вода Giordani Gold Essenza Sensuale. Потрясающий аромат, всего за 699 рублей. И кстати, от цен каталога мы еще отнимаем 20%. У вас на сайте уже сразу будет перерасчет со скидкой. Смотрите, что это за аромат. Во-первых, он очень оригинально наносится, то есть здесь вверху откручивается крышечка, маленькая пипеточка, и из этой пипетки мы переносим на тело по капельке аромата. Аромат подойдет потрясающе на осень, зиму и начало весны, то есть на более прохладную погоду. Нотки очень нежные, аромат цветочный, такой очень приятный. У меня был такой аромат недавно, у меня его просто увела клиентка, пришла в гости, понюхала и говорит: ой, да он у тебя новый, практически себе еще закажешь. Далее, следующая страничка, здесь нас ждут карандаши для глаз с эффектом металлик. Действительно очень красивые карандаши, я одно время постоянно пользовалась лучистым изумрудом, код 31791, он просто очень красивый, с искорками перламутра, такого блестки переливается, очень красивый карандаш, я им была всегда довольна, но сейчас на другую цветовую палитру перешла, поэтому, как бы сказать, не пользуюсь какое-то время. Далее нас ждет база под макияж Giordani Gold, которая мгновенно матирует кожу и создает ровное покрытие для нанесения тональной основы. Я себе не брала такую базу, но отзывы слышала хорошие. А вот следующий продукт — это BB бальзам. Это потрясающий продукт, один из лучших бальзамов, которые я пробовала в Oriflame, и этих бальзамов я буду заказывать очень много для себя. Напомню клиентам, кто у меня любил этот бальзам, может быть, они тоже по нему скучают и будут заказывать, но это просто потрясающе. Во-первых, как он лежит на губах, увлажняет губы, он дает легкое сияние, персиковый оттенок, губки мягкие, классные, красивые, и еще и клубничный аромат, это вот просто сочетание бомбическое. А следующий продукт — это помада икона стиля с эффектом металлик, и у нас здесь будет два оттенка, и один из них — холодная роза, сейчас как раз у меня на губах. Вот так вот выглядит эта помада, такая красивая золотая упаковка. Обожаю орифлеймские помады, вот именно серию Giordani, за эту потрясающую упаковку. Сама помада, видите, вот сбоку она затертая, потому что много-много пробовали на других людях, то есть я снимала здесь лопаточкой и уже потом красили на губы. Итак, показываю, какая она будет без карандаша, вот просто одна помада. Она плотная, немного есть ощущение, что губы сушит, когда была зима. Сейчас лето, я и крашусь, у меня как бы есть ощущение, что она плотноватая для этого времени года, хочется более легких помад, каких-то блесков, но она настолько красивая, то есть вот это вот все переливается таким интересным сиянием. Я, конечно же, люблю эти помады, у меня их из этой серии, по-моему, 3 или 4 оттенка, то есть я не брала себе только самую темную, все остальные мне очень нравятся.
необычного, поэтому я ее рекомендую однозначно, потому что вот за ее необычность, за ее вот эту красоту от губ просто невозможно будет оторвать взгляд, насколько она притягательная. Ну, я надеюсь, вы видите, хотя камера не всегда передает точно вот эту цветовую палитру. Ну, к сожалению, не достигли еще такого, да, такого высокого уровня техники, но тем не менее. Далее, помады матовые Giordani Gold. Такой помады у меня тоже нет, но я ее пробовала. И эту помаду можно посмотреть обзор с тестированием всех оттенков у меня есть на канале. То есть вводите прямо по названию матовая губная помада Giordani Gold Iconic, и вы увидите тестирование. Далее, лаки для ногтей 10 в одном, их у нас будет 4 оттенка представлено: гранат, медь, шторм, серебро. Так, посмотрим цену, 119 рублей. Обратите внимание, что этот лак, он идет в маленьком объеме 5 миллилитров. У меня есть один из оттенков, который представлен как раз у нас в каталоге, я вам сейчас его продемонстрирую на листочке. Смотрите, это шторм, безумно красивый цвет, он прям соответствует этому названию, такой серо-фиолетовый, очень глубокий. Удобная, конечно, кисточка, вот сейчас кисточку поближе покажу. Удобная кисть, красивый оттенок. И также вся коллекция этих лаков есть у меня на канале представлена, и вы можете зайти и посмотреть все оттенки у меня на ногтях. Я, конечно, когда пробовала эту коллекцию, я захотела себе все абсолютно лаки, но вот я выбрала два холодных оттенка, и один из них вы можете вот сейчас себе тоже приобрести. Рекомендую, хорошее, хороший продукт, интересный. Следующий сияющий лак для ногтей, такой, к сожалению, не покажу, у меня нет такого лака серии On Color, и покажу вам двухфазное масло для ногтей. Кстати, и эта коллекция тоже есть у меня на канале, можно просто посмотреть сводчи, чтобы иметь представление, как все это лежит на ногтях. И двухфазное масло для ногтей, вы знаете, я этот продукт очень люблю, у него невероятно маленький расход, это масло двухфазное, и его надо смешивать перед употреблением, то есть перед применением, его нельзя употреблять, его нужно применять. Смотрите, вот оно такое маслянистое становится, действительно масло масляное, длинная узкая кисть, и вот я, например, вижу, что у меня подсохла кутикула, я наношу просто даже с маникюром, вот такой вот делаю уход, на все ногти наношу и пальчиком помогаю впитаться, то есть я делаю такое вот легкое втирание, вот так вот наношу, оно впитывается, и я оставляю, я не смываю сразу это масло, я даю максимально ему поработать, чтобы кожа напиталась и стала выглядеть более ухоженной. Кстати, если вы делаете маникюр самостоятельно, то это средство вам просто необходимо, я бы так сказала, потому что перед тем, как вот все это удалить, лишнюю кожицу, кутикулу, я сначала размягчаю в водичке ногти, потом пальчики погружаю в водичку горячую, потом все это смываю, щеточкой делаю, потом наношу маслице, даю напитаться этой кутикулу, отодвигаю палочкой, и получается, что мне уже и даже удалять нечего, то есть с каждым разом кутикула выглядит все аккуратнее и аккуратнее, и нет этих ненужных, нежелательных наростов, и вот аккуратные такие получаются у нас пальчики, красивые, ухоженные, и можно очень здорово экономить на походах к маникюрщицам и делать маникюр самостоятельно, легко и просто. Так, следующая страничка у нас с масками. Я вам сейчас покажу две масочки, одна с какао и вторая с личи. Какао — это увлажняющая питательная маска, с личи — это маска-пленка. Давайте посмотрим одну из масок, и я заодно ее сделаю себе сегодня, напитаю кожу. То есть такой красивой, невероятно красивой коробочки лежат вот такие вот, так сказать,
упаковочки в форме, как вот джем продают, бывают такие сливки в таких вот маленьких удобных упаковках. Смотрите, мы тянем за хвостик, видите объем какой здесь, ее тут достаточно много, 10 миллилитров, и обычно этого слишком много для одного человека. Вот так мы отлепляем и достаем масочку, и мы обычно делаем с дочкой вместе, нам одной маски даже хватает более чем, вот так скажу, на двоих, потому что ее тут очень много. Маску не рекомендуется потом обратно запечатывать и хранить в холодильнике, во-первых, она не заклеивается, то есть кто-то пытается, даже я так пыталась заклеить скотчем, чтобы она полежала еще 2 дня, потом опять ее делать. Нет, не рекомендуется, лучше сразу использовать, лучше толстым слоем нанести. Если вы одна, нанесите на шею побольше, чтобы все это было очень напитано, очень вкусно, она пахнет невероятно, ой, просто чудесный аромат. Так, эту я сегодня буду масочку использовать, сегодня прям когда умоюсь, ее сделаю. И вторая маска пленка, тоже вам ее просто покажу, но открывать естественно не буду. Видите, она жиденькая, а естественно ее на все маски наносят на очищенную кожу лица. И держать маску, например, вот такую питательную 10-15 минут, а маску пленку тоже 10-15 минут до высыхания, то есть как только вы почувствовали, пальчиками дотрагивать, пальчик не прилипает, масочку можно прям буквально через 1-2 минутки уже снимать с лица, то есть долго держать ее тоже не нужно, она уже поработала, все хорошо, и снимаем ее и удаляем с кожи, и у нас остается просто чистая красивая кожа. Кстати, это чудесный подарок, цена масочек будет всего лишь 79 рублей, а со скидкой соответственно еще меньше. Потрясающий красивый подарочек, можно брать для клиентов, если делают большие заказы, например 700 рублей, 800, там 1000, ну до 1500, то очень даже круто положить такую маску в подарок и научить, как правильно пользоваться. Так, что у нас следующее? Это хайлайтер кремовый. Это будет вот такой тюбик, огромный тюбик, на мой взгляд, здесь 30 миллилитров, и он очень экономичный, потому что я пользовалась им больше года, и он не заканчивается. То есть у меня половинку, вот я прям вижу, что здесь еще половина. Хайлайтер бесподобно красивый. Смотрите, какое у него розовое сияние. То есть он омолаживает лицо, лицо выглядит более свежим, сияющим, холеным, ухоженным, просто бесподобно. Вот такое игривое, кожа вся светится, выглядит намного моложе, и я, конечно, этими фишечками пользуюсь, потому что я тоже хочу выглядеть моложе, чтобы мне больше говорили комплиментов. То есть он вроде бы как и не сильно заметен, но вот это приятное сияние, оно преследует, да, всех, кто смотрит на лицо, и все восхищаются, говорят: о, какое у тебя красивое лицо, какая-то свеженькая, отдохнувшая. Да, конечно, отдохнувшая, с таким хайлайтером очень даже будешь выглядеть отдохнувший, но он очень экономичный, очень. Кстати, сейчас у нас появился новый хайлайтер, он идет в золотистый оттенок, но не желтый, а именно кремово-золотой, очень красивый цвет, и я могу сказать по моим вот впечатлениям, что он мне нравится больше, но, может быть, мне просто этот надоел за год, и я переключилась на новый, но этот тоже очень хорош, и я была им всегда довольна, в восторге, и тоже рекомендую его. Если вы любите кремовые хайлайтеры, то однозначно он будет вам классно подходить. Дальше нас ждет коллекция уже уходовая для тела, гель для душа будет у нас танзалия, знойная танзалия у меня нет, но я вам покажу флакончик, именно чтобы вы поняли, какого будет формата гель, то есть какой у него объем, какой консистенции. Он очень густой, серия Discover, она невероятная просто, действительно. Вот все гели из этой серии мне нравятся, я, конечно, даже не смогла все перепробовать, потому что периодически выходит то один, то другой, но знойная танзалия у меня был этот гель, он вкусный, он такой сладенький, он цветочный, даже глядя вот на картинку, вы понимаете, что здесь будут цветы, да, такое что-то экзотическое, очень будет, да, такое прикольное, пахнуть миндалем, то есть такой сладенький, ой, не миндалем, подождите, заговорилась,
аромат дерева моринга и цветы баобаба. Боже мой, как круто. Итак, вот такой вот гель, рекомендую, 79 рублей и еще скидка, посчитайте, да, тоже супер просто предложение, я считаю, это выгодно, очень выгодно. Так, двигаемся дальше. Что нас еще ждет? Смягчающее средство с ароматом миндаля. Тоже с ароматом миндаля сейчас у меня средства нет, но я вам хочу показать просто, как будет выглядеть продукт. Потому что это бочоночек 15 миллилитров всего-навсего. То есть вы должны понимать, что он будет небольшой. Например, когда я первый раз выписывала себе это смягчающее средство, на картинке в каталоге оно было нарисовано, изображено, вернее, крупным планом, фотография представлена. И я подумала, что это будет огромная банка, и я прям вся обмажусь. И, ну, я была в восторге. И тут я достаю из коробки вот эту вот пипирку маленькую и начала возмущаться. Я не поняла, что это такое, почему такая маленькая штучка. Вот. Но в результате мне объяснили, что нужно смотреть всегда на объем. И как бы в каталоге было написано, что 15 миллилитров. Остальное все я придумала сама. Итак, что же это за смягчашечка такая? Как мы его называем все, да, по-простому, смягчашка. То есть мы берем либо лопаточкой, либо, да, чем вам удобно, я могу просто пальчиком залазить, зная, что только я им пользуюсь. Мы берем небольшое количество и наносим на губы, можно на глаза, на все, что сухое. Можно, в принципе, я зимой, когда у меня кожа сохнет, я мажу под глазами. То есть не на глаза, а на кожу вокруг глаз. Да, это очень важно. Тут кто-то глаза начнет мазать. Вот, я мажу им кутикулу, также шикарно смягчает, мне особенно нравится, если я в транспорте, например, где-то в поезде, я достаю эту баночку, она мало места занимает в сумочке, и начинаю ухаживать за своими ноготочками. А тонкий аромат разлетается повсюду, люди начинают обращать внимание, а кто-то даже и спрашивает, а что это у вас? Вот так мы знакомимся с новыми людьми, у нас появляются новые клиенты, новые знакомые, а возможно и партнеры. То есть мы нанесли и оставили на все, что сухое, колени, пятки, кутикула, болячка, если есть, особенно вот у кого маленькие дети, они же постоянно у нас, да, куда-то попадают в передряги, и очень часто бывают болячки, что-то они расчесывают, скорябывают. Так вот, чтобы болячка быстренько отвалилась, безболезненно и не оставила следов, намажьте погуще смягчашечкой, оставьте буквально на 5-10 минут, болячка сама отвалится, и вы даже не заметите, и не кровить не будет, то есть все ровненькое, будет мягенькая кожа. Вот такое волшебное средство. У нас у каждого есть такой продукт. У меня даже открыто всегда 3-4, потому что я их ставлю везде: на косметическом столике, один в ванной, один на рабочем столе, один в спальне у меня в косметичке лежит. Я когда ложусь спать, я делаю всякие процедуры, мажу ноги кремом, руки кремом, губы смягчашкой, локти смягчашкой. То есть я вся обмазываюсь, такая балдежная, ложусь спать. Очень люблю этот продукт, поэтому всем рекомендуйте. Он приходит еще в красивой коробочке, будет все это в картонной коробочке. То есть это тоже и подарочек хорошенький, и для себя, для всех близких. То есть это нужный продукт, я не знаю, как без него люди живут, потому что, например, вот если у мужчины сохнут губы, и он достает помаду обычную, да, какой-то бальзам для губ, он, ну, как-то люди смотрят, ой, мужик с помадой, да, некоторые как бы, ну, не очень реагируют. А если достал баночку, да, да, пальчиком нырнул, губы помазал, все хорошо. У меня Миша всегда пользуется, у него в машине такая лежит, зимой всегда в кармане, потому что у него тонкая кожа на губах, если он не будет им пользоваться, они просто лопаются и кровят ужасно. И это средство супер помогает, просто супер. Здесь прополис, да, натуральный продукт, поэтому работает он очень круто. Так, ну и здесь, конечно, красивая мыльца в подарочной такой упаковочке и с красивой формой, такое вот все резное с ароматом розы. Круто. Детская серия. Что у нас будет для детей? Туалетная вода «Русалочка» с очень вкусным сладеньким ароматом. Рапунцель, бальзамчик. Вот я сама им пользуюсь. У меня, правда, упала. Я разбила немножко. У меня отвалилась колпачок, но не страшно. Бальзамчик классненький, хороший. Но если сравнивать, например, с детскими бальзамами, у меня второй есть Mini Mouse, мне тот нравится больше. Это тоже хороший, но тот лучше. Тот и пахнет вкуснее.
Ну и этот классный. Девчонки, конечно, любят русалочку, ой, Рапунцель, когда они видят ее, ну уже более такие, побольше девочки, не совсем там детки 2-3 лет, которые, конечно, мини-маус им больше нравится, то девочки, подростки уже больше смотрят на эту Рапунцель. Все время я хочу русалочкой назвать, не знаю почему. И им приятно. Я хочу сказать, что еще также в коробочке придет этот бальзам. И я всегда, когда иду в гости, у кого там есть детишки, девочки, я беру с собой такой подарочек. Мы не носим конфеты, не носим киндеры, шоколадки. Я считаю, что это все зло. Я дарю либо мыльцы наши детские. Вот у нас как раз на следующей страничке мыльца детская, либо бальзамчики. Дети просто в восторге. Вот смотрите, такое мыло классное. Суперсемейка. Для мальчиков туалетная вода Микки Маус. Так, все, детская серия на этом заканчивается. Так, следующая страничка — это шампунь против перхоти для мужчин, мужская серия. Тоже очень даже хвалят, хорошие отзывы об этом шампуне, поэтому рекомендую, берите. И вот невероятно классная туалетная вода мужская Flamboyant. У меня есть клиентка на этот аромат, поэтому буду брать обязательно, может быть даже парочку, потому что она берет уже, наверное, второй год этот аромат. Всегда когда со скидкой, она берет мужа и говорит: лучший, вот все перепробовала, очень много нравится ароматов Oriflame, но этот самый лучший. Но я всегда говорю, невозможно рассказать про аромат, практически невозможно, потому что даже если вам рассказ, описание понравится, мои впечатления, но вы нанесете на свою кожу, и не знаем, как аромат себя поведет, он может вам совершенно не понравиться, потому что у каждого есть свой аромат, да, свой какой-то аромат при смешении с ароматом, который мы распыляем на кожу, может произойти невероятная химия, и либо он вам будет нравиться, либо не нравится. Далее тоже для мужчин часы. Часы такие я не видела, но на картинке выглядят стильно, знаете, так брутально, ничего лишнего. Вот как я люблю, чтобы мужчина был без лишних как бы наворотов, все лаконично, просто и выглядело, ну, так вот солидно. Так, и здесь у нас бумажник тонкий для карт, бумажник для карт. Ну вот насколько я помню, очень простенько выглядит этот бумажник, то есть, ну, я как бы не помню вот точно, я его видела, но чтобы на меня произвел впечатление такого вау-вау, нет. Ну как бы так вот простенько, может быть, да, для подростков, для студентов классно, а вот для более взрослых солидных мужчин, мне кажется, нужно что-то более такое солидное. Так, очки. Одни очки у нас унисекс, и для мужчин, и для женщин. Кстати, обратите внимание вот на картинки, как они классно смотрятся. Такие капли, они уже давно в моде, и мне кажется, они всегда будут модные, очень, очень многим идут. У меня тоже были очки капли, обалденные, кстати. Следующие очки из серии Норхен, классные, красивые. У меня тоже есть обзор на канале именно с этими очками. Они мне больше всех подошли из коллекции. Я, конечно, бы их хотела, но воздержалась в этом году, не стала заказывать, потому что есть очки прошлогодние, они в отличном состоянии, несколько пар, которые также выписывала в Oriflame, и решила, что я в этом году пока воздержусь, тем более карантин, особо никуда не хожу. Сумочки. Давайте поговорим про сумочки. Именно этих у меня ни одной нет из этих сумок. Мне понравилось, когда мы записывали обзор. Обзор тоже есть на канале. Средняя сумочка под металлик. Неожиданно, честно говоря, она в каталоге на меня не произвела впечатление. Когда я ее взяла в руки, когда я увидела, мне она так понравилась, то есть носила бы с удовольствием, настолько она комфортная, на ощупь приятная, она хорошо сделана, у нее очень удобный формат, она не слишком маленькая и не огромная, то есть прям вот классная, классная стильная сумочка, которая подойдет под любой практически гардероб, кроме спортивного, да, и с джинсами ее, и с платьем, и
с вечерним, кстати, и с деловым костюмом. Очень классный аксессуар. А вот вторая сумочка, она очень оригинальная. А тут получается две сумочки маленьких. Они плоские, не совсем удобные, я бы так сказала, но выглядят так стильно. И получается, что ремешок двигается, и мы можем эти сумочки либо как-то смещать. Одна будет выше, другая ниже. Либо одну только носить. Либо мы их делаем, как вот на картинке, вместе рядышком, одной стороной или другой, то есть пестренькой или зеленой. Очень оригинально, прям вот честно понравилась сумка, очень-очень, можете заказать даже, всего 599 рублей, кажется, цена такая, классно. Так, некоторая распродажа также из коллекции Норхен, здесь под малахит у нас идет набор, тоже есть у нас на канале обзор этих коллекций. Далее тоже украшения, они все очень красивые, очень качественные. Батончики Wellness, какие же они вкусные. В коробочке 7 батончиков за 899 рублей. Цена, конечно, не низкая, если сравнивать с другими батончиками, которые можно покупать также вот в специальных отделах для спортсменов, для тех, кто занимается собой, да, ЗОЖ, мы ЗОЖ. Но эти батончики, они по составу очень классные, и дешевле они вот просто не могут быть, как нам объяснили ученые, да, то что состав, который в них есть, он просто наикрутейший. По вкусу вкусно, по сути вкусно, невероятные батончики, мне нравятся и тот, и другой. Когда мы вот активно их кушали, то есть прям постоянно я их ела, я пыталась уйти от сладкого, и мне это удалось, я перестала есть конфеты, сладости всевозможные, они помогают здорово от этого всего избавиться. Очень вкусные и сытные, питательные. То есть вот, например, когда у нас были семинары целый день, достаточно было взять с собой батончик на перекус и пообедать им, и выпить, например, там водичкой запить или коктейль еще. Он очень сытный, этот батончик. Я Лере все время в школу давала, когда она была школьницей, их что-то так плохо кормили в столовой, она мне таскала эти батончики, я знала, что ребенок будет сыт. Так, красивые пакетики по 49 рублей и даже с баллами, смотрите, красивые упаковочные пакеты. Так, скатерть, я себе такую скатерть брала за 899 рублей, по-моему, может даже дороже, она у меня абсолютно новая, я ее купила на Новый год и планировала собрать гостей, но так получилось, что мы сами пошли в гости, наши гости уговорили нас пойти к ним в гости, потому что у них больше площадь, и мы согласились и пошли. Вот так вот выглядит скатерть. Смотрите, материал полупрозрачный, то есть я вот вижу через него что-то, но достаточно плотный, то есть если его положить на стол, он будет даже вот в один слой, давайте я разверну, вот в один слой, вот чуть-чуть просвечивает рисунок той скатерти, которая у меня сейчас лежит. Красиво, нарядно, я могу сказать, что это не только новогодний вариант, такую скатерть можно постелить на любой праздник. Я планирую сделать вечеринку в красном, куплю красные салфетки, и все придут в красном, и я поставлю красные свечи, еще что-то, да, я что-то продумаю такое, чтобы это было все вот гармонично, красиво, и я думаю, будет очень эффектно и на фотографиях, и вот просто мне очень нравится. Предыдущая скатерть, которая у меня была от Oriflame, она примерно такого же качества. Что я могу сказать, она офигенная, просто она не меняет форму, она легко стирается, ее не надо сушить и там гладить бесконечно, то есть ее просто постирать в машинке, развесить, чтобы она досохла прям буквально там часик, и она готова, и сложить, все, гладится она очень легко и просто, то есть вот эти все складочки, они моментально, на единичку ставишь утюг, они все разглаживаются, и она, конечно, выглядит здорово на столе. Поэтому я прям рекомендую эту скатерть за такую цену, я считаю, что это просто подарок судьбы. Все, это был последний наш продукт, отлично, благодарю вас за внимание. Желаю вам классных, вкусных покупок. Напишите в комментариях, что вы выбрали для себя из этого специального предложения, что вы будете себе заказывать с удовольствием, что вы будете на подарки брать.
Все ли вы у меня в премьер-клубе? Надеюсь, что все. По крайней мере, нужно стремиться. И я думаю, что все, кто смотрит мои видео, наверняка у вас идет улучшение в плане создания клиентской базы. То, что у вас больше и больше становится клиентов, однозначно, если вы выполняете все мои рекомендации. Поэтому я вам желаю всем успехов и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, а если видео полезное, ставьте лайк. Мне приятно. Пока-пока.